Всем привет! И сегодня я буду вам показывать, как я меняла на своем компьютере обычный диск на SSD-шный. Сейчас мы видим, что, в принципе, я запустила компьютер и поставила таймер. Будем смотреть, насколько быстро он запустится с моим старым жестким диском. Он запустился за 58.33 секунды, а сейчас мы будем ждать, пока он, в принципе, включится, загрузится процесс, и будем ожидать, пока запустится Skype. Две минуты 6 секунд для того, чтобы полностью загрузился компьютер. Сейчас мы видим диагностику моего старого жесткого диска. Новый жесткий диск я буду ставить Kingston на 240 гигабайт. Модель моего компьютера это Acer Aspire V3 571G. В принципе, тут довольно удобно, что жесткий диск менять очень просто, вам не нужно особо разбирать компьютер, но, по-моему, такое даже у большинства ноутбуков в последнее время. Замена жесткого диска у меня заняла минут 5-10, это было не особо долго. Сейчас мы поставим Windows на компьютер, понятное дело. И я решила посчитать, за сколько же у меня установится Windows с SSD-диском. И получилось, что минута 53 секунды. Я снова сделала диагностику нового жесткого диска, и получилось довольно неплохо. Мой компьютер запустился за 14.01, но на самом деле там вообще миллисекунды разницы была, я просто не успела нажать на кнопку. Да, сравните результаты, 2 минуты 6 секунд и 45. Это довольно неплохо на самом деле.